Как я? Next level play. Я крысу задавил. Крысу задавил. Ля, ты и крыса. Так, мне надо на вот этого молодого человека прыгнуть. Середочка? Yes. Я ищу снаряжение для нашего визита в ювелирный. Это займет некоторое время. Блять, надо к семье ехать. Там какой-то квест семейный. Чуть не заснул. Там, а кто сказал, что такое продается? Спасибо за консоль. Experience 20 FPS. Проще раз... Реально, хорошая идея. Хорошая идея, Майкл. Куда? Блин, я всегда бегал обычно с этим, я устал. А оказывается, за рулем вообще невозможно ездить. Еще хуже, чем пьяный. Он чисто не слушается. Пьяный просто крутит лево-право, а этот вообще рандомно делает все что угодно. Глаза закрылись, машина уже максимально вправо едет. Надо чувствовать. Да ну не засыпай! Ну, пока ты ваш как обычно. Бля, сука. Почему оно сразу нормально не выбирается? Как будто FPS с первой пару секунд. Ну, возможно, это мода этого, кстати. Просто творишь. Да, чё ты медленно смотришь? Сколько у меня денег? Мне нужны деньги. Вы меня ограбили уже. Не, у меня 580 тысяч. Ну разве что. Ну я, ну фармить долго. Бегать по 1000 собирать это очень долго. Ебать, очки сильные. Почему? Это вы какую-то выбрали хуйню с сейвом или чё? Почему у меня сейв именно в эту секунду сработал? Вы засейвили? Или почему в эту секунду именно сейв произошел? Прыжок выполнен? А каждый прыжок сейв, автосейв дает? Я такого не знал. Ух, ебать. Ну это относительно тоже неплохой прыжок, кстати. Да, досейвил. Да ну блять. Только перевернулся. Чё-то тот не очень хорошо пер... Чел, тебе помочь? Нормально выполз. Буб, буб-буб-буб. Буб-буб. Буб-буб-буб. Куда он пошел? Почему я судью, как к парню иду? Чё, охуел? У меня УЗИ в руках. За мной гонится ебучая обезьяна. Кто ты, суки, а? Нахуй меня убили? В катсцене, блядь. О, блять, она еще живая! Сука! А!
Блять, ну сейчас я. Прости, сын. Но мне нужно было убить маленького Джимми. Либо один Джимми, либо... ноль. Ёб твою мать. Джимми, ты где, блядь? Джимми, я чувствую машину, нормально. Бля, как муравьи, реально. Ебать, если так посмотреть, реально, реально мы муравьи чат. Мы все муравьи. Даже в Таркове то же самое, так наблюдать. Если со стороны наблюдать за людьми, мы реально большой муравейник, просто вдумайтесь. А большие муравьи думают, точнее, маленькие муравьи думают, что мы просто огромные муравьи. И охуевают, думают, что мы божества, возможно. А мы в детстве их там заливаем всякими штуками. Бедные мурашки. Бля, атака бомб. Я бы так хотел так наебнуть. Куда меня последним телепортом закинуло нахуй? Сын, приехали. Почему я, блядь, невидимый? Я бы ставил телескоп за эвейжу ваши, это, усталость, блядь. Почему я осматриваю сам себя? Если да, то хуй выйдешь? Ну, походу, да. Я на таком... Я помню, тут полторашку на кровати вот, удачил. Бля, чат, телепортируйте меня куда-нибудь. О, здесь лифт есть. Нихуя себе. Ну, походу, лифт просто открывается, но... Джимми испугался. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad, I got just the thing to show you. Это Джимми? Ебать. Ну, с мамой они похожи, кстати. Если так задуматься, то почти одно лицо с мамой получается. Вот что он такой стрёмный. Блять, ну и... Да, блять. Блять, ну ладно, опять миссия это зафакапится, вот надо убить из этого Гриффера Иисуса, и тогда Джимми испугается, и опять перезапуск. Блять, или он, или нет, или умереть просто от него. Он меня запушил. Ладно. Главное сейчас. Джимми, живи! Что это за красная коробка? Блять, что это? Что происходит?
Я не знаю как, но я убил его нахуй каким-то накслал дробовиком. Что это за хуйня? Я выбрал куда стрельнуть и убил его так. What? А это что за хуйня? Да блять, вы что, прикалываетесь? Хули он такой меткий? Блять, стоять! Стреляй! 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 Там чего не стреляет? А почему не стреляет? Джимми, я нихуя не вижу. Надеюсь. Да почему не стреляет? Да вы мне выключили стрельбу, что ли? Вы что, охуели? А это кто? Это пиздец. У меня Джимми пугается с каждого выстрела, блять. Но когда в меня стреляют, ему похуй. Нет, уже стреляет. Почему не стреляют с РПГ? И что мне делать? Меня Джимми пугается. Вы что наделали? У меня чисто один выстрел и перезапуск. Да-да, на великах. Подожди, я еще убью человек 15, блядь, с перезапуском. Успеть, успеть, успеть. Стреляй. Ну, стрельни. Да-да-да-да-да-да-да, успей, успей. Не стреляй. СС автомата. Блин, у меня сейчас дробовик обрез есть. Они через стену. А. Он тут уже. Что вы натворили, блядь? Вы довольны? Садись! Нам предстоит долгая поездка. Блин, то, что Джимми пугается любого выстрела, чат, вы это... Вы думаете? Нет! Нахуя вы его заспаунили? Фуф, она хоть здесь заспаунил. Засейвилась. Да, Джимми, садись. Я выбрал этот велик. О-о-о-о, что за челик? Это компаньон Брэд. Поехали. Блять, нельзя. Брэд, короче, ты на этом видишь.
Ну, он только по дороге нормально. Как быстро ехать? Какую там кнопку нажимать? Я не посмотрел, Q не то. Ебать. Джимми, надеюсь, тебя не уебет. Капслок? Да нет. Или да? Да, капслок реально. Спасибо. Блять! Джимми, не бойся! Это не страшно. Это всего один раз. Смерть. Ну съебали все. Съебались, я еду, блядь, сынком, нахуй, съебась! К тому, кто, сука, сука, шутит со мной, сразу подобрался, это заряженные! Ух, блядь. Есть! Сосать, сын. Лох. Хороший велик, да? Good times. Yeah, yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, Парни Лобстер, спасибо вам. 12 месяцев. Добро пожаловать. Блять, блин. Сын. Хорош, сын, танком растешь. Почему я голый? Ну нахуй, я побежал. Сын, за мной гонится Иисус. А это миссия такая, да? Бля! Привет! Хорошо. Блять, землетрясение меня притягивает только к земле. Я сейчас задохнусь нахуй. Плыви! Плыви наверх! Как плыть на S? Плыви наверх, блять! Сын! Блять, он летает, он охотится за мной, пиздец. Мне надо как-то снайпануть. Где он? Он где-то рядом, я его чувствую. Описание. Спасибо, чат. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Ah!
Че он хотел, типа, задефать дочь отца? В смысле бросили? Вот она сидит. Мне пора, что всех перекинуло сюда, блять. Всю семью. А, у меня под пистолет есть. С патронами. Как же она трясет, блядь. Он еще и летит мимо, даже когда я в красную стреляю. What the fuck, как ты оказался здесь? Смертник. А куда ехать, блядь, мы? Что это? Летающий мужик. Я убью всех твоих друзей, дочка. Блять, он так забавно спавнится за моей спиной сразу, когда я поворачиваю камеру. Да я не могу убить его, блять, я косой. А он нихуя не косой, счет. Хули они такие жесткие, блядь, они прям... Вы чё их, блядь, забустили? Типать, у них аимбот? Вы чё, ебанутые? Они ж не промазывают, блядь! Так, не за камеру поворачивайте, иначе спавнятся за моей спиной. Это единственный шанс выжить. Блядь. Не повезло. Надо просто пережить, пока они, блядь, своим бодом. Ну это пиздец. Надо. Смотрите, они спавнятся за моим ебалом. Если я поворачиваю камеру, он просто с неба, блядь, лит поворачивается. Сука. Он просто падает с неба, если я поворачиваю камеру. Чего я не могу стрельнуть? Ебать. На, нахуй. Ну теперь рукаваем, бот. Бля, надеюсь, я в воду упаду. Бля, чуть-чуть. Там мы уже приехали. Okay. What the fuck? Okay. Дочь, ты там живая, блядь. Дочь, я не могу выплыть, блядь, забыл кнопки. Да в смысле, я уебался головой. А ты на меня кричишь, неблагодарная тварь. Педофил. Что? Что, блядь? Что это за фирма, нахуй? Спедофил 2000. You know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you.
How about I just drive us home? You ruined my life. Папенька, дочка. Круто, барыня. Чисто моя банда. Сэм. Ну давай. Где Хосе? Хосе. Да возьми трубку. Hello. Yeah, can you send out a cab to me? Of course. Driver should be with you soon. Appreciate it. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Thank you. Hi there. Нет, стоять. Ну, блядь, куда? Что с колесами? Чего она не едет? Едь, пожалуйста! Найс, ушел. Блять. Просто не попади, пожалуйста, 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 не попадай меня, 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 не надо попадать меня, не надо меня попадать, не надо меня попадать, не надо, не надо меня попадать. Не надо меня попадать. Не попадет, не попадет, не попадет, не попадет, ёб твою мать. Не надо, не надо, не надо, не надо.
Ууу, нихуя себе. Вот это жмыхнуло. Блять, взрывные зомби! Нет! Как я еще жив? Здорово. Это ты меня спас? Кто это, блядь, со мной сидит? Почему я выжил? Подожди, это злая обезьяна. Ебать, что происходит? Complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. The security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control. While you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. Yeah, блин, он точно с нами? Это не наш. You're in the truck with the bikes. Everyone else with me. Franklin, you're driving the van. Norm, Kareem, you're in the back. I'm up front, all right? Блять, что наделали? Нахуй это? Да куда драйв не едет? Давай, ты можешь. Ну давай, блять. Давай, можешь. Едет, смотрите. Малышка. Хорошо. I'm Michael. I've done this type of thing more than a few times, and I've made good money doing it. Enough to spend a long time. Ебать, дамочка с РПГ гуляет, выгуливает. Хуя. А что это такое? Че, они все умерли? Yeah, man, I'm Franklin, dog, and I'm new to these kind of planned out detail robberies. Бедняга. Для него не нашлось места. Машина фул. This is Kareem Dance. Cabinets are taking charge of the getaway. I think it's fair to say you're kind of new to this, right? But I think you can handle it. Don't wreck the van before we even get there. You gotta watch out, fool. Chill the fuck out. Как мне отсюда выехать?
Ну куда? Блять, вы чё ёбнуты? Нахуя вы фургон убрали? Ой, блядь. Waiting on you, kid. Киса. Someone else with me. Franklin, you're driving the van. Norm, Kareem, you're in the back. I'm up front, right? All right, listen up. The four of us in this van, we're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work when there's кто-то бесоебит там. Oh, in the interest of fostering that type of relationship. Полиция, разберитесь, да. Let me introduce myself. Он только будто вся полиция только против меня одного. А я помню, в GTA 3 даже можно было помогать полицейским ловить грабителей, если я не ошибаюсь, третий даже. А сейчас вроде копы больше ни за кем не гоняются. Или гоняются, я ошибаюсь? Раньше, помню, бежал челик и Vice City, или Vice City это было. Можно было пиздануть и помочь. Но Vice City точно было. А вот 3 вроде тоже, но я не... Я не буду стрелять ракетами. Я понял, о чем ты. Ты сказал, я понял. Go get the bikes. Go. Что, блядь? Стелся. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. On the floor now. Let's do this. Come on. Почему только я крадут драгоценности? Ребята, там челик флексит. Ну, блядь, чат, так ты аж тяжело, блядь. Грабичить. Ебать, уже полтора ляма. Почему никто не собирает? Почему только я? Прибежал. О, помогать начали. Чисто соло, блядь, все делаю. Что это? Вы бросили ограбление. О, мне сейчас помогут хоть. Он еще жив! Блядь! Он еще жив! Где? Он прячется! А-а-а! Что это у тебя за хп, блядь, идиотус? Сука, времени мало, блядь! Давай, собирай! Hey, asshole,
А ну стоять! Стоять! Я не могу нажать. У меня из-за консоли экспириенса не появляется эта кнопка. А, здесь собран, наверное, просто. Почему-то да, оно целое. Либо я слепой, ну ладно, ок. Блять, времени мало. Хули ты АФК встал? Говорит, это не так просто. А это кто? Блядь, инопланетянин, пизда. Вы мне помогать будете, команда, блядь? За что я вам плачу? Дверь спаси, дверь спаси. Блядь. Чисто АФК, блядь, стоят все. Я им деньги, долю плачу, они просто, блядь, АФК. Вы долю... Что? Боже, блядь. Сколько ему надо дать еще, это просто пиздец. Я не могу оружие почему-то менять. Я не могу оружие менять, блять, этот автомат вообще не дамажит. Почему так? Ой, я мог замедлять на этом челике, что точно. Но это не особо помогло. Там, посадить меня какую-то машину, это хорошая идея. Я думал, только в машинах могу замедлять. Круто. Почему оружие нельзя менять? Стоять, телефон. Мне все равно никто не помогает, даже когда они все здесь. А не, вы. Ебать, мы быстро уходим сейчас. Тут раз. Блять, я не могу это собрать, почему-то. Почему я не могу собрать это? Пустим. И это не могу собрать. Сука! Почему? Ублюдки. Он чисто рандомно бегает, по одной бьет. Менеджер позвонил по... В смысле? Как она позвонила? Блядь, я же навелся на нее.
Блять, как день сурка. What the fuck? But you gotta do better. Control them. A minute left. Grab it and move. Let's go. This is tricky work. 50 seconds. Shit. Hey, lady, shit. You wanna get killed? Stop right there. Oh my god. Oh god. Oh god. 40 seconds. Где ещё не собрано, блядь? Пизда. Ага, слева видел. Ну нет! Блять. Наебали, хорош. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. Что у него палочка какая-то? Go, go, go! Stick to me, people! Here we go! Kareem, you the driver? Shit, where are we going? It's the cops on the rocks! You crackhead! Don't be soft, put him down! Oh! Oh! The boss is gonna hear you're slow! Ну, блядь! Тот просто пешком пошел. Вы теряете банду. Ебать, полицейский высадился. Ух, нихуя! Я могу летать! О, бедняга. Блядь, деньги потерял. Пизда. А надо просто наехать туда на деньги, да? А я не знал. Пизда, все, минус бабки. Пизда. Где бы слабо на нем сэкономил, да похуй, я бы. Я и на этом сэкономил, по-моему. Блин, то есть это разъебется. Да вы что, издеваетесь, блять? Куда ехать нахуй?
Где мой тиммейт, блять? Где его? Где? Куда? Почему я не могу забрать деньги? Он же прям здесь уебался. Блять. Франклин потерял банду. Когда это закончится, блять? Он сам едет, если что. Я ничего не трогаю, он сам разгоняется, блядь. Что вы наделали, блядь? Что происходит? Чат не дает мне пройти миссию. Чисто тролль на тиммейте. ББ. Вот. Сучары, блядь! Эх, вы бесоебики! Маленькие бесоебики. Блять. Я не могу ехать вперед. А, не, подожди, могу. Не могу ехать влево, я понял. Так. Вы теряете банду. Ну, блять, стоять, банда. Максимально влево не получится. Есть только вправо. Хорошо, что здесь вправо. Кстати. Блять, здесь влево надо. Пизда. Ну ладно, я рискну. Блять, я сейчас его потеряю.
Ну вы чё? Ну вы чё? А почему здесь так мало воды? Сальтуха. Хакер погиб. Ну, это единственный минус. F, come on, get in. Lester's around the corner at the lockup. А тот помощничек все, да, уже с концами, который мало платил. People, we need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house. Just the graphone. A little later on, we'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh man, we're back in action. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Зато это держится за шест. Tanisha, I gotta go, alright? I'ma change, I promise. You won't even recognize
Oh, yeah. What the fuck was that? Come on, move. Ебать, реалистично. Я свой вел, 4 звездочки. Блять, ну нахуя мне машина в стрип-клубе? Ну вы, конечно. Э, мужик, ты чё? Ты чё, блядь, на кого нарвался? Блядь. А машина, смотрите-ка, пиздатая. Где моё ХП? Ё-моё, вы украли мои жизни. Ясно, все с вами. Jesus, take the wheel. Нет, у меня... Нахуя? Зачем вы забрали все мои деньги? Пиздец. Ну, когда будет миссия, где мне нужно будет деньги, посмотрим, как я ее пройду, блядь. Просто пиздец. Нахуя вы все мои деньги забрали? 700 тысяч, пизда. Даже два Хисаяма столько не окупит. Ограбление по новой. Че еще? So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. Может, покушай заказать? Yeah, yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's been zapped. What's up, fool? What's happening, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. That man, they couldn't hold down. Перевел? Нет. Damn, man. Вы все спиздили. Урбой, это все деньги забрать. Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, hell? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man, you ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours.
fuck you. I swear, man. Sprizzettes, come on, man. Cool out. Chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, Phil? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Ooh, business. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Let's go to the gun store. Idiota! Fucking asshole! I'm gonna teach you a lesson. Piece of shit! This is such bullcrap. Shit, man. Put these boots on your ass. You gonna drop all that bread on that gear, you might as well get a haircut too. Fucking crazy haired microphone motherfucker. I got a mic. Кто по мне стреляет? Ебать! У меня вертолет поярит. Я же убил пилота, блять. А вот пилот, походу, это его помощник. А, у меня нет. Холлю сам. Кто? Вернитесь. Возвращаюсь. Что случилось? Да меня-то зачем, блядь? Блядь, ты идиот! Мужики, ну вы чё? Ок, подождём, пока закончится.
Ammunition, come on, let's go. It's 106.1 Radio Los Santos. Yeah, holla, holla. Hey, you know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramid scheme, man. Illuminati Pharaoh shit. You got weak ass vision, homie. Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more likely. Ammunition, armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back. All right, homie, get your shotgun with the flash. $0, спасибо, чат. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? I would think Fina, but ain't no... Мне дали 1500. Нет! Франклину запретили появляться. Блять, почему ему можно, а мне нет? Запретите ему там появляться, алло, блять. Почему против меня все воюют? Увернулся. Ага, глупая макака. Давай, выходи один на один. На, нахуй. Get your shotgun with the flashlight modifications. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? I would think you was fiending, but ain't no fiends that fat. Take this cheese, you old broke-ass bitch. Типа, что там продается? Сейчас суфер, нихуя себе, 46. Я бы купил, были бы деньги, конечно. Because we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. Hey, listen up. I want to be crystal fucking clear. Nothing he buying got anything to do with us. Yeah, you know, we got felonies in. We ain't touching shit. Nah. Ну хуя. You gonna buy that shit I don't know nothing about? Fool, I'm crap. I forgive you. Ow! Что мне надо делать? Никуда. На дробовик с подсветкой. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? I would think you was fiending, but ain't no fiends that fat. Take this cheese, you old broke ass. Ну, блять, вы заебали! Ну, мне нельзя с мартышкой проходиться в магазинах. Alright, homie, get your shotgun with the flashlight modification. Где мне? Боевой пистолет, карманы, винтажный. А где дробовик? Take this cheese, you old broke ass bitch. Не понял. Я не понял. Аж мне надо дробовик? Я, короче, взял на пистолет, или это не подойдет. Так у меня нет дробовика здесь. Есть, ножка. Дубинка, топор, мачете. А, надо, блять, наверх нажать. Глушитель 2000 стоит, ебать. Just
right, homie, get your shotgun with the flashlight modification. Почему мне запретили, блядь, там появляться, если я ушел оттуда? Alright, homie, get your shotgun with the flashlight modification. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? I would think you was fiending, but ain't no fiends that fat. Take this cheese, you old broke-ass bitch. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Send her off friends in La Puerta. Макака помогает. Блять, тебя захуярили. Блять, за что мартыху? Бля, минус напарник. Жалко мартыху. Денег, куда денег? У меня есть деньги? Подожди, у меня есть деньги? Подожди, сколько у меня денег? Как посмотреть свои деньги? Блять, но это мало. Надо бегать. Ну, короче, не то, что мало. Это надо собирать бегать, блять. По тысяче. Ну сейчас пойду дробовик апгрейдну. Блять, ну он нихуя не зацепится, я ж умру. Вот смысл мне собирать, я раздохну, блять, вы же меня убьете все равно. Или заберете их. Сука, бегаю, собираю мешочки. А где моя метла? Если я визард, то мне должна метла была запомниться. Бля, ну это песня. Fools selling dreams, homie, and fools buying them. $42,000 стоит расцветка, ебануться. Я хочу розовый. Ебать. У меня уже денег на это нет. О, патронов можно на него накупить. Это шо? Ебать. Ебать, шоцы. What the fuck? Ну нет, Ламар погиб. Нахуя вы Ламара кильнули, блядь. Блядь.
Куда машина поехала? Ну нахуя? Нахуй он нужен? Блядь, ничего не улучшилось. Все улучшения слетели, пизда. Да, чат, спасибо. Да никого я не бросал, они сами ушли. Или улетели, я не знаю. Так, мужики, давайте переждем этот пиздец. Лучше внутри. Пожалуй. А, деньги потратили все равно, да? А, вы забрали все мои деньги. Или я потратил, и они потратились, но не улучшилось. Не знаю, короче, что-то одно из двух. Собирай, говорит, собирай, Дима, собирай деньги. Сейчас мы заберем их через пару секунд. А это кто? Нахуй ты за нами ходишь? Ну, поехали. Не, мужик, ты нам не нужен. Блядь, где мои братаны? Пизда, места нету. Мою машину угнали. Я не могу встать. Хорошо. Ой, это кто? Мужик, стой! Мужики, надо его отпиздить. Он нашу машину ворует. Ламар, садись. По кому? Что? Кто по ним стреляет? Мужик стреляет, блин. You screwed up shit with your Tarian, dawg. That was a valuable-ass income stream. You was the nigga booking niggas and repossessing Simeon shit for yourself, dawg. And I probably would have had to deal with him at some point. But you took that choice away from me, fool. Man, it's gonna come good with us, dawg, this Simeon. His wife, dude, I'm telling you. Fool selling. Flint dreams, homie, and fools buying it. And you, homeboy? Нихуя она несется! What the f... Ну, хоть живые. Hey, man, this place is giving me the fucking creeps, homie. You giving me the creeps, homie. If I'm making your ass uncomfortable, nigga, I'll bounce right now.
What's up, fool? What up, Witty? We got that shit, nigga. Where the paper at, nigga? I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done fucked up. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody creeping on us? They putting a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Fuck you. Hey, we been set up, nigga. This shit fucked up. Fuck you, nigga. Fuck you, shit. Oh, bitch-ass ballers. Come on, through here. Парни, у меня конвульсии. Вставай. Мертвый челик за рулем. Хуй тупо посадили за руль. Tarkov Experience. Ебать! Парни, не надо! Они захуярили моего друга. Заходят медленно, раскручивают так. С аптечком. Ебать. Вернитесь, в смысле, блять, мужики, я здесь. Мужики, вы чё, блять? А, у меня тоже ресатрон, нихуя. Оу! Он меня с лесотрона шотнул, блядь! Просто рандомным выстрелом, подняв руки. Ёбаный рот. Ебать, что с собакой? Она с лесотроном пошла хуярить. Давай, барбос, ебаш. Нихуя ты его заряжаешь, блядь. Ты уверен, что его надо так засовывать в себя, чтобы стрелять? Прикрой меня, барбос. Блядь, двое еще противников живы. Вот какой-то... Какой-то из них притворяется еще живым. Но умирать он не хочет окончательно.
не надо нам двоих меня. Одного хватит. Блядь, ты еще жив! Мне кажется, они сейчас сгорят, мои тиммейты. Пошли, мужики. Ебать, фейерверками забегаю. Оу, щит, оу, щит. Мужик, нахуя ты это наделал? Ну вот. Идиота. Блять, кто? Ну кто? Зачем? Не надо! Блять!